Всем привет! Это Москва, улица 16-я Парковая, дом 21А. Для девчонок появились новые резиночки. В комплекте идет две штучки. Цвета, видите, разные. Мне кажется, очень подойдет хорошо первоклашкам, которые пойдут в школу. Состав полиэстер и резина. Эти фигурки я уже показывала в предыдущем обзоре. Они изготовлены из доломита, цена 77 рублей. Но здесь появилась новая фигурка в виде птички. Вот такая милая, симпатичная птичка. Цена тоже 77 рублей. И она из доломита. Китай не перестает нас удивлять своими новинками. И вот появился фонарь светодиодный для сумки. Батарейки входят в комплект. Здесь два режима свечения. Учитывайте, что срок годности от даты изготовления 3 года, а срок службы светодиодов 10 тысяч часов. И еще одна удивительная новинка – это зажим для обуви светодиодный для безопасности на дорогах в темное время суток. Здесь световой поток 5 люменов, мощность 0,06 Вт, срок светодиодов 10 тысяч часов и срок годности 3 года. Цена 77 рублей. Есть два цвета. В продаже опять появились шляпки с ушками, они были в том году, цена их 199 рублей, размер 57, и это 100% полиэстер. От Зувы появились женские носки, цена их 55 рублей, здесь три пары, носочки тоненькие, хорошие, плотная резиночка сверху идет. Состав 95 полиэстер и 5 лайкры с 36 по 41. Также есть гольфы с экстратом алоэ, цена их 77 рублей, это 20 ден, и здесь 5 пар. Есть вот такого цвета, темно-коричневые. Есть телесные и черные. Появились тапочки за 200 рублей, есть разные цвета, расцветки, и верх их текстиль, стелька у них тоже текстильная, а подошва из ПВХ. Размеры с 36 по 40. Для девочек есть ажурные белые колготочки. Они 60 ден и цена их 99 рублей. Азовые предлагает колготочки 40 ден из микрофибры за 99 рублей. В нашем магазине только черный цвет. Thank you.
За 55 рублей появилась от Kitchen раздвижная лопаточка для тортика. Очень приятные расцветки. У нас две расцветки, розовая и мятного цвета. Для сервировки появились ажурные салфетки. Изготовлены они из пищевой бумаги. Здесь 25 штук по 5 разного диаметра. Также в этом магазине есть формы для куличей двух видов. Есть противни и есть вот такая новинка за 199. Торница 26 сантиметров с антипригарным покрытием. И два вот таких вида разъемной формы на 2,5 литра. Одна пошире, другая повыше. В отделе продуктов тоже появилась новинка. Макароны итальянские за 25 рублей. Здесь 240 грамм. Удобная упаковка. Есть рожки и есть спиральки.
для любителей лапши Big Bon Max. Она здесь есть по 27,50. И здесь 95 грамм. Также есть Big Lunch. Он тоже стоит 27,50. И здесь 90 грамм. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Всем пока.